Рустам Равилов недавно вернулся из Украины. Мужчина, как никто другой, знает, как нелегко сейчас приходится нашим солдатам. Очень большие проблемы с питьевой водой. Соответственно, стираться невозможно. Трусы, носки, майки необходимы. Потом влажные салфетки, потому что мыться негде там. Мы обтирались влажными салфетками. Чтобы поддержать и помочь солдатам, представители боевого братства Нижнекамска организовали сбор гуманитарной помощи. Хотелось бы обратиться к жителям города от представителей нас, боевого братства. То есть все знают, что сейчас проходит спецоперация на территории Украины. Наши ребята, братишки сейчас там находятся, к сожалению, пока не всех успели обеспечить, так скажем, теплыми вещами, либо какими-то предметами первой необходимости. Сбор помощи уже идет. Нужны куртки, термобелье, свитеры, теплые штаны, обувь, нижнее белье, предметы гигиены, нескоропортящиеся продукты. Принести можно все, что считаете нужным. И кондитерские изделия, чай, кофе, конфеты, нескоропортящие продукты, из одежды термобелье, носки, варежки, шапки. Платились и помогали нашим воинам, которые защищают нас, чтобы мы спокойно спали. Как говорится, дети спокойно ходили под мирным небом. И чтоб, наверное, самое главное, что солдаты почувствовали, что их любят, ценят и ждут. Приносить вещи можно с 8 утра и до 8 вечера ежедневно по адресу Химиков 72Б, офис общественной приемной микрорайона. Первую партию помощи отправят уже 27 сентября. Светлана Шумкова, Максим Липин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.